Приветствую всех. Это Mortal Kombat Complete Edition. Игра вышла в 2011 году на приставках Sony PlayStation 3 и Xbox 360. Прошло 2 года, и наконец-то она появилась на PC. Это ремейк оригинальной трилогии, ну и в отличие от приставочных версий, тут особых изменений нет, за исключением того, что тут сразу максимальная версия, то есть ничего не придет докупать до нее. Только отличие от максимальной версии PS3, там имеется персонаж Кратс, но это не особо критично. Тут имеются также все режимы добивания. Довольно красочно все сделано. Вот тут бой я решил провести за Фредди Крюгера. Ну, и первый наш противник это Шива. Ну, они, так скажем, нашли друг друга. Красавчики. Блин, Фредди, ну это такой Фредди. У него все его... А, тут немного меня притормаживает, так что не обращайте особо внимания. Тут имеется шкала. И она от сильных ударов, которые ты наносишь, получаешь, растет, и когда она полностью заполнится, можно супер комбо сделать. Блин, Фредди, ну когти у него тут, все дела. Интересно. Опа, не поймал, пропустил. Тут у него интересная фишка есть, он когда ногой бьет. Сейчас это как раз скорый момент будет. Ну это обычно как бросок у всех. Анимация немножко отличается. Вот по зречнику. Вот этот вот удар ногой вообще шикарно. Подножку пропустили, это фигня все. Эх, вот так я. Эх, вот она ножка. Четко прямо. Раз, два, прям ножка, раз. Когтями он тоже орудует неплохо. Обожает, когда он так ногой бьет. По роже ей. Дальше погнали. Эх, промахнулась Надя ножкой. И вот мы выиграли. Ну, в принципе, тут еще и прежде чем начать игру, допустим, прохождение турнира или чем-то такого, надо попробовать выбрать персонажа себе по душе. Пройти за него тренировку. В тренировке раскрываются все основные приемы. Там можно потренировать фаталити, броски и все прочее, что интересно. Если что-то не успели, можно зайти в менюшку, и там все супер приемы и обычные приемы персонажей есть списочек, можно посмотреть. Чтобы наибольшее удовольствие получить от игры, рекомендую пользоваться геймпадом. У меня простецкий Logitech, без стиков даже, ну довольно-таки комфортно играть. На клавиатуре я не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Ладно, наслаждайтесь боем до конца в тишине. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Freddy wins.